Для одиннадцатиклассников впервые устроили своеобразный брифинг с главой города и генеральным конструктором НПО «Машиностроение». Он проходил в МКДЦ. Александр Леонов рассказал о развитии военно-промышленного комплекса и о том, какую роль НПО играет в этой сфере. Вопросы ученики задавали самые разные, вплоть до того, кто публикует фотографии в Инстаграм Сергея Юрова. Интересовали учеников и более серьезные темы, например, перспективы работы на градообразующем предприятии, а также планируется ли благоустраивать территории школ. И со следующего года мы начинаем активно заниматься территориями школьных стадионов и прилегающих к школам территорий. Мы уже определились, что в следующем году три школы у нас, мы с директорами проговорили, с директорами договорились, что это будет общий доступ к этим территориям. И мы реконструируем полностью школьные стадионы, сделаем площадку для футбола, сделаем площадку для волейбола, сделаем площадку для воркаута и дадим возможность всем ребятам по микрорайонам прийти на эту площадку бесплатно в любое свободное время позаниматься теми видами спорта, которым интересны. Беседа длилась больше часа. В итоге было принято решение сделать подобный брифинг для выпускников риотовских школ традиционным.